У тебя нет шансов. Хотя я передумала. Мне интересно, насколько далеко ты можешь зайти. Может, я даже смогу использовать это в своих целях. И если каким-то чудом ты сможешь добиться королевы Чешлингов, думаю, ты будешь достойна этого поцелуя. Стоило сделать это еще давно. Ну, а насчет моего обещания? Настало время захватить эту библиотеку. О, и Эквестрию. Ох, они рядом, они просто вели себя тихо. Думаю, настало время использовать их для своих целей. Вы двое, соберите остальных. А ты? Ты должна быть в штрафной зоне. Помимо мороженого, у меня есть другие важные дела. И я не могу допустить того, чтобы ты меня отвлекала. Но когда все закончится, я подумаю о том, чтобы оставить тебя в качестве подушки. Оставайся на месте, я скоро вернусь. Может быть. Вставай, нужна твоя помощь. Ну что, никто даже ничего не скажет? Я сама удивлена, что я смогла победить всех трех принцесс. Оу, как только мы заметили, что чешлинги тебе не помогают, то просто отдали тебе трон. На этот раз мы не будем обращать внимания. А это вообще что такое? Тирала. Почему вы пришли? Вы же не хотели мне помогать. Потому что мы думали, ты подпишешь договор о перемирии. С чего бы мне это делать? К примеру, они приняли нас в свое общество и относятся к нам так же, как и ко своим. Они предоставили нам дома, стали нашими друзьями. У нас есть вся любовь, о которой можно было только мечтать. У некоторых из нас уже даже есть работа. Я дублер Пинки Пай. Также они разрешили нам посещать школы и научили некоторых из нас говорить. Ты хоть это заметила? Сфарный вопрос. Я уверен, что это даже лучше, чем то, что было раньше. Насколько я помню, твоя цель была прокормить чейнджлингов, так? Я лично следила за тем, чтобы они получали все, в чем могут нуждаться. Тебе больше не нужно воевать. Ты можешь и дальше жить в моей библиотеке. В последнее время я там все равно очень редко появляюсь. Я и так все знаю. В этом-то и проблема. Я была могущественной и вселяющей страх королевой. А теперь я чувствую себя домашним питомцем. Я думала, что может... Я просто... Мне кажется, что настало время для твоего выхода. Тебе как-то удалось стать к ней намного ближе, чем любому из ее собственных чейнджлингов. Для нее будет очень важно, если именно ты покажешь ей, как много она для нас значит. Просто уйди. Я сказала, уходи. Это вообще все из-за тебя. Ты меня в это превратила. Из-за тебя меня не воспринимают всерьез. Из-за тебя я не та королева, которая была. Мне жаль, что ты не чувствуешь себя королевой. Так больно видеть тебя грустной. Но все в порядке. Пони больше тебя не боятся. Так что они могут узнать настоящую тебя. Ту Кризи, которую видела я. И после этого тебе больше не придется заставлять других любить тебя. Потому что у тебя всегда будет столько любви, сколько ты захочешь. От тех друзей, которые любят тебя такой, какая ты есть. Если это хоть что-то значит, не важно, что ты скажешь или сделаешь. Даже если ты уйдешь, ты все равно будешь королевой моего сердца. С любовью, Флафлпаф и все твои новые друзья. Я не могу принять эту корону. Я не заслуживаю быть королевой. Но может, я просто стану твоей Кризи?
Можешь поспать на моей кровати. Купим тебе собственную, как только ты проснешься. Ну, можно и так.